На китайской международной выставке импорта, которая откроется в воскресенье, компании из Казахстана могут заключить контракты на сумму не менее 100 миллионов долларов США. Такие прогнозы дает Казахстанский центр развития торговой политики «Газтрейд». В этом году Казахстан представлен в двух стендах. Первый – это страновой стенд. Мы получили статус почетного гостя на выставке. И мы в национальном стенде представляем, презентуем, точнее, свой экспортный потенциал, инвестиционный потенциал, логистический, инновационный и туристический потенциал. Следующий год у нас объявлен годом казахстанского туризма в Китае. Вот, и я думаю, что это будет как бы хорошим обменом. И как вам известно, что соглашение о безвизовом режиме у нас с 10 ноября должно вступить в силу. Мы думаем, что это окажет большое влияние также на как бы развитие и культурного обмена между нашими странами. Во втором стенде коммерческий стенд – это наш традиционный стенд. Вообще участие казахстанских компаний в коммерческом стенде – это является одной из мер стимулирования и государственной политики продвижения экспорта. За эти 5 лет с учетом еще этого года, 6-й год мы участвуем в выставке, у нас 160 компаний приняло участие. Это вот полностью компании пищевой отрасли. Заключено контрактов на сумму 260 миллионов долларов.